Вітаю, сябры, мяне зовуць Наста Роута, вы на канале ТОК. І сёння мы з вамі працягваем размову з выбітнай пісьменніцай і нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексіевіч. Тыдзень таму на нашым канале выйшла вялікая гутарка з ёю. Пасля гэтага мы атрымалі больш за 1000 каментароў у Ютубе, а яшчэ сотні і сотні каментароў на сайтах і ў ТікТоку. Мы ўсё прачыталі, выбралі самыя частыя пытанні і задалі ёй адказы ў нашым інтэрв'ю. Паехалі! Самае частае пытанне, якое гучыць зараз у публічнай прасторы, гэта тое, што з'явілася інфармацыя, што выручылі прэмію Ro in War, Reach All Women in War, якую сёлета прысудзілі палестынскім журналістам за асвятленне ваеннага канфлікту з Ізраілем у сектары Газа. Многія ўспрынялі гэта як тое, што вы ў гэтым канфлікце падтрымліваеце Палестыну і адпаведна Хамас. Таму пытанне, ці так гэта, на чым вы баку, як вы ўвогуле глядзіце на гэты канфлікт? Ту огласку, которую получила эта награда в этом году, меня очень удивляет. Это напомнило мне, кстати, удачную попытку нашего КГБ поссорить меня с Тихановской. Это им удалось. И, по-моему, это сейчас напоминает что-то похожее. Потому что я не знаю, откуда это все взято. Потому что я не член жюри этой премии. Я не вручала эту премию. И вообще эту премию не вручали. Она просто названа символически. И там была и еврейская журналистка, но она отказалась, потому что представить в сегодняшнем конфликте, который в обществе, что она будет стоять рядом с палестинской журналисткой, она не могла. Это было как бы невозможно. Хотя как профессионал, наверное, она признавала, что такое возможно, потому что там тоже работают журналисты. И, во-первых, меня очень удивило, что даже появились какие-то фотографии, что я вручаю премии, что даже названы две журналистки, какие там одиозные, каких-то в связи с Хамасом обнаружены. Во-первых, я ничего, еще раз повторю, не вручала. Этого никогда не было. Во-вторых, на каком основании я могла вручать? Я не член жюри, я не представитель этой премии. Я просто получала эту премию. И там есть такая форма, что когда эту премию объявляют, то 3-5 человек высказывают свое мнение, бывших героев этой премии, тех, кого наградили. И вот я была одной из награжденных этой премии, и меня тоже спросили, и я там, по-моему, ровно 3 предложения было. И почему-то вот такое желание все это раздуть, все это придумать. И я очень удивлена, что в этом участвовала Наталья Болтянская. И даже, как мне говорили, Невзлин. Я очень удивлена, потому что от Невзлина, от нашей встречи, у меня остались очень хорошие воспоминания. И он очень красиво поступил, когда он увидел, насколько я больна. Я в то время была с очень большим обострением своей болезни. Он помог мне с врачами в Израиле. То есть это было очень по-человечески. А сейчас вдруг такая лавина обрушилась на меня. Вместо того, что та же Болтянская или Невзин могли позвонить мне и сказать: Светлана, что случилось? Я бы рассказала, что это какая-то хитрая история. То ли это КГБ, то ли это общее желание, когда люди в конфликте, общее желание этот конфликт как-то усугубить и быть причастным к нему. Это для меня загадка. Я еще раз повторяю, никому никакой премии я не вручала. Я не являюсь членом жюри этой премии. Я просто получала эту премию. И в данном случае я признала право за журналистами рассказывать правду о своем народе. Як вы ўвогуле ставіцеся да гэтага канфлікта? Таму што вельмі многіх хвалюе менавіта ваша меркаванне, ваш погляд на вайну. Я ведаю, што гэта складаная тэма, што гэта доўжыцца не першы год, і Ізраіль у такім становішчы перманентнай вайны знаходзіцца і жыве дзесяцігоддзямі. Але людзям важна разумець ваша стаўленне да Хамаса і адміністрацыі палестынскай, калі можна так сказаць. Вы знаете, когда случилась вот эта трагедия в Израиле,
И, по-моему, не нашлось на планете человека, который не был бы на стороне Израиля всем сердцем. И я, то, что эти кадры жуткие, абсолютно все на стороне. И даже вот эти студенты, с которыми я разговаривала, и в Германии, которые сейчас как бы поддерживают Палестину, они абсолютно нас... И никто не поддерживает Хамас. Я не знаю нормального человека, кто бы поддерживал Хамас. Но то, что происходит сейчас с палестинским народом, вот его уничтожение, это тоже мало кто поддерживает. Это, я думаю, что надо искать какой-то дипломатический путь решения этого конфликта. Уничтожение народа – это никогда не было решением конфликта. Вы сгадали, что у вас были контакты с Неузленом, так? Может быть, вы можете потлумачыць, якога роду, тому что не так давно был довольно великий скандал с Неузленным, калі усплыла, что ён імкнецца ўплываць на медийную повестку у Беларуси, что ён спонсуе хартую, что ён выступает супраць Тихановской, падтрымлівае у тым ліку российские ресурсы, якія атакуюць Тихановскую. И тому вакол Неузлена сформавалася вельмі шмат пытанняў, кшталту, якая яго роля ў Беларусі, чаму ён так імкнецца на яе ўплываць, і што за гэтым хаваецца? Таму, магчыма, у многіх будзе пытанне да вас, наколькі вы блізка знаёмы з Неузленым, можа быць, ці дапамагаў ён вам, ці ўвогуле, як вы на яго глядзіце, на яго дзейнасць, можа быць, не ведаю, спансаванне нечага беларускага? Вы знаете, я этого не знала. Я знала только, что он, да, помогал кому-то, но с какой целью, я этого не знала. И мы один раз только с ним встречались, и я была в таком плохом состоянии, что я даже не могла говорить. И он мне ничего не сказал, а потом люди вот от него позвонили и сказали, что они оплатят врачей, которые как бы помогут мне и проверят. И действительно, это были хорошие врачи, они предложили какое-то лечение, но эти лечения как-то я не рискнула. Я подумала, что, может быть, не надо мне еще хирургические всякие вмешательства, может, мне еще помогут таблетки. И всего лишь, а других контактов у меня не было. И я не знаю. И даже абсолютно честно заявляю, что вот других контактов не было, а был такой, ну, красивый человеческий контакт. И тогда в этом он мне понравился, что вот у него такой порыв, он ничего как бы и не знал меня. Ну, может, читал, что там говорил, но вот о том... Какой он там потом пути искал влияние на повестку в Беларуси, это вне меня. А он сам вышел на вас, то бок не вы с ним связывались, а он сам вас нашел? Да, это случайно была встреча. Это абсолютно была случайная встреча. Он был рад и как-то говорил, что мы о книгах говорили, все, но он видел, что я не в состоянии, я ушел со встречи, поскольку я была очень как бы плохо себя чувствовала. Я думаю, что я не помилюся, коли полова усіх коментаров присвеченная теме Чехова, Достоевского и русских письменников. И больше за все эмоции выкликала ваша цитата, коли мы говорили про отмену российских книг, российских письменников и агулам российской культуры. Коли вы сказали цитата: «Калі мы адмовімся чытаць Чэхава, Дастаёўскага, іншых пісьменнікаў, то мы ўпадзём у правінцыйнасць». Але многія ўспрынялі гэта як тое, што вы ставіце расійскую літаратуру вышэй за іншыя літаратуры іншых краінаў і ўвогуле сусветную. Таму пытанне, ці сапраўды гэта так, як вы ставіцеся да расійскай літаратуры ў кантэксце сусветнай літаратуры, и ці Достоевский, Чехов вышэй за іншых пісьменнікаў? Вот это меня всегда воображает воображение, когда люди находятся в конфликте. Они уже не имеют дела с реальностью, а имеют дело с воображением. Что касается языка. Когда-то Бетховен, ну, после войны,
Второй мировой войны, не слушали музыку немецкую, не читали стихи, старались не говорить на этом языке. А сегодня эта же музыка Бетховена является гимном Евросоюза. Понимаете? Это говорит о том, что искусство не отвечает чаще всего, если это настоящее искусство, не отвечает ни за имперские амбиции, ни за тысячи смертей. Это незачем ставить в вину искусству. Но в то же время я понимаю настроение, особенно украинских друзей. Я даже некоторых из них потеряла, потому что их отчаяние, их слезы, их, ну, бессилие, скажем так. Вот. И они ищут виноватых везде, и язык тоже становится виноват. Я еще раз настаиваю, что язык не виновен в том, что происходит. И я не говорила, что Чехов и Достоевский выше всех литератур. Это неправда, потому что это не так, и это никто себе не позволит списать или сказать. Но в то же время, вот я объехала весь мир. И если говорить о литературе русской, то сразу вспоминали Чехова, Достоевского, Толстого. И даже очень большие писатели западные, они говорили о том, что они выросли из Достоевского и Толстого. Так что этот факт никто не перечеркнет, что это великая литература, это правда. И не надо это стараться перечеркивать. Другое дело, что нам надо найти со своей литературой место в этом большом мире. А какое место белорусской литературы? Как вы ставите сюда белорусских письменников? Может быть, у вас есть любимые письменники, те книги? Вы знаете, какое место белорусских письменников в большом мире, это еще трудно сказать. Мы еще не в большом мире. Мы еще как бы задержаны в развитии. Вот сегодняшней диктатурой, с тем фактом, что Беларусь оккупирована, а писатели за границей, конечно, мы задержаны в развитии, в поисках своего места в большой культуре. Мы еще в движении, мы еще в процессе движения. И если говорить вот, ну, в нашем регионе, нас знают. А если говорить о большом мире, то я думаю, нет. Нам еще надо найти свое место там. А как вы ставитесь до Короткевича, до Быкова, до их творчести? Потому что ну, для белорусов это святое, так? Это то, на чем многие выросли, кого лечат глыбами и ставят на узровне Достоевского, Чехова, и навод уздымают выше за их. Ну, например, я могу взять на себе смелость сказать, что я была дружна даже с Быковым и Адамовичем, и они, это мои учителя. Они, в общем-то, сделали меня, как я говорю, мою машину мышления. Если там актерам ставят голос, пластику, то мне вот эти люди произвели на меня впечатление. Вот это, что они сделали мое мышление. Поэтому это мои учителя, я ничего, что еще могу сказать. Но вот это, ну не надо мерить, кто больше. Достоевский больше или Быков больше. Понимаете, ну, Быков большой писатель, и Адамович большой писатель, и Короткевич большой писатель, но это наши писатели. А мы еще со всей культурой, со всей своей историей не вошли в большой мир. Я еще раз повторю, мы должны себя утвердить в этом большом мире. Это еще работа, это еще долгий путь. А может быть, вы бы могли назвать книги те авторов, которые наибольше поуплывали на вас? У меня, например, любимый письменник Маркес, и я просто обожаю его литературу. Вот. Але у каждого человека свои авторы, которые неяк запали в сердце. Может быть, вы бы сказали, кто вам наибольше близкий? Ну, я бы могла сказать, что я как писатель, наверное, началась
с книги «Былой думы» Герцена. Это тоже некоторый вариант документальности. Вот, поскольку я уже говорила, что я выросла в деревне, в семье сельских учителей, и это было после войны, и разговоры вот этих женщин на лавочках, это произвели на меня огромнейшее впечатление. И вот, вот эта, ну, как бы близость жизни, реальной жизни, она всегда меня волновала, и мне всегда хотелось вот идти этим путем. Я, может быть, до книги «Я из огненной деревни» и знакомства с Адамовичем не совсем представляла, какой может быть путь. Хотя я уже прочла книгу Федорченки, русская писательница, которая тоже была сестрой милосердия на Первой мировой войне. И она записывала то, что слышала от раненых, вот, как их рассказы. Но это было далеко от того жанра, как его развил Адамович, там, Гранин, с кем он работал вместе. И поэтому вот началось с этого, а потом, ну, а потом было много писателей, но наибольшее влияние, как это не понравится моим оппонентам, на меня произвел Чехов и Достоевский. Вот я бы сказала, что это вот это писатели, которые очень повлияли на мое мировоззрение, на мой взгляд на мир. А може б ви сказали, як вони повпливали? Тобто, що там було такого? Это как мировоззрение. Вот что касается Достоевского, вот это какое-то глубинное понимание человека, несовершенство человеческой природы, когда вот эта близость животного, которая быстро появляется, когда слетает во время больших испытаний, типа, если говорить о нашей культуре, как ГУЛАГ, как война, вот когда быстрый налет культуры слетает и вылезает вот это животное. Мы даже видим это сегодня на войне, очень близкой в Украине, когда мы видим, что вот сегодняшние люди, те, с которыми мы вместе были, сидели там в ресторанах, ездили в троллейбусах, что они творят в Буче, что они это. Мы же этих людей встречали, они приезжали в Беларусь, мы были в России. И вот это на что способен человек. Мне когда-то мы с Мариной Голдовской, такой известной документалисткой русской, делали фильм о немцах и русских, тех, кто промахнулись. Как бы. И вот один из них очень хорошо сказал, он был пианистом известным. Как только я взял в руки орудие, того оружия, того человека, каким я был, уже не стало. Это был уже другой человек. И вот я думаю, Достоевский... Вот сейчас я перечитываю его книгу «Бесы», потому что мы действительно в окружении новых варваров. Мы ждем прихода еще других варваров. Так что и только у Достоевского я нахожу эти размышления очень глубокие. Вельми многих так само хвалюе мовное питание, потому что многие хотели бы, как вы говорили со мной по-белоруску. Я думаю, что, во-первых, почему я говорю не говорю по-белорусски, а по-русски? Поскольку я где-то лет 40 писала свою вот эту энциклопедию «Голоса утопии». И я объездила весь бывший Советский Союз, и «Утопия» говорила по-русски, она не говорила по-белорусски. И если я приезжала в Киев, там говорили по-русски, если я приезжала в Таджикистан, там говорили по-русски. Так что «Утопия» говорила на русском языке, и поэтому у меня русский язык. И даже в деревне, в которой я выросла, все учителя говорили по-русски. Это очень большой и глубокий вопрос для нашей культуры, почему у нас и образование на русском языке, и все на русском языке.
Это действительно надо такая, вот такой подъем нации, такая встряска нации, как это произошло на Украине, когда все вдруг заговорили по-украински, все начали учить украинский язык, у всех отторжение от русского языка. Вот у меня девушка, в которой я стрижу, здесь украинка, она даже не ходит в русские магазины здесь, хотя они дешевле, да? Потому что это тоже какой-то внутренний протест, внутреннее отторжение, я ее понимаю. И можно понять и украинцев, что они рушат памятники русские. Это все понятно, хотя в Париже и во Франции стоят эти памятники революции, и никто их не рушит. Все понимают, что это история, наоборот, они должны стоять, мы должны их видеть, мы должны об этом говорить. Другое дело, что мы не проговорили нашу историю. И вот это прошлое стреляет в нас. Мы не проговорили ГУЛАГ, мы не проговорили Вторую мировую войну, что это на самом деле была за война для Белоруссии. И поэтому это все стреляет в нас там на Украине, прошлое. Так что... Калі б зараз на референдум вынеслі пытанне адна дзяржаўная мова ці дзве дзяржаўныя ў Беларусі, за што б вы галасавалі? Я б галасавала за дзве государственных, за два государственных языка, потому што палітыкі надо быць реалістамі. Надо знаць, какой народ, а народ говорит на двух языках. И поэтому это должно быть два языка, хотя я понимаю, как в сегодняшних условиях при конкуренции такой мощной русского языка очень трудно выжить было бы нашему языку, но это потребовало бы от нас других каких-то таких креативных решений, но не то, что запретить язык. Это значит сделать... Половина народа должно было бы, ну, перестать говорить, поскольку они говорят только на русском языке. Это было бы неправильным, не стратегически неверным для нации. Але галоўны аргумент тых, хто за адну дзяржаўную мову выступае, заключаецца ў тым, што ніхто не будзе забараняць гаварыць па-расейску. Проста гэта будзе той неабходны крок, каб на працягу многіх пакаленняў людзі паступова пераходзілі да выкарыстання беларускай мовы. Маўляў, калі мы гэтага не зробім, калі мы як грамадства не ўсвядомім важнасці патрэбу гэтага, то мы ніколі не загаворым па-беларуску. Ой, я хачу сказаць... Давайте сначала демократия, а потом уже все эти вопросы. Давайте сначала возьмем власть. Давайте сначала начнем строить новое государство. А сейчас вот разделяться, когда нас так немного, даже мало, я бы сказала, людей противостоящих, сопротивляющихся, делиться... И ссориться – это не время. Это вопросы будущего. Вот что я бы сказала. А пропагандировать язык и та любовь к белорусскому языку, которая сейчас, особенно в молодых поколениях, слышна – это здорово, это хорошо. Но без власти все наши споры не имеют никакого значения. Таксама многія папракаюць вас тым, што ментальна вы самі засталіся савецкім чырвоным чалавекам. Як вы на гэта глядзіце? Ну, я хачу этих людзей, которые говорят, если там больше тысячи отзывов на моё выступление, что я думаю, человек 700 из них не говорят по-белорусски. Я даже больше, чем уверен об этом. Они не говорят, потому что они, как и я, не чувствуют себя, что они будут равны себе в белорусском языке. Вот я знаю белорусский язык, но если начну говорить по-белорусски, я не буду равна себе, потому что у меня нет такого опыта, у меня нет постоянного мышления на этом языке. Язык же – это синтаксис. Язык же – это даже физиология, если хотите.
Это не так вот, раз и захотел, там два слова выучил, и он уже белорус. А когда слушаешь этого белоруса, он и не белорус, и не русский. Поэтому это более сложный вопрос. Даже люди, которые выросли без советской власти, еще советские, потому что они учились по советским учебникам, их учили советские преподаватели. Вся жизнь вокруг, особенно у нас в Беларуси, советская. Это даже она более советская, чем в России, потому что там капитализм все взорвал, а у нас нет капитализма, у нас такой императорский социализм. Так что говорить о какой-то советскости, что у кого-то ее нету, я думаю, преждевременно. Если советская... Что под советским иметь в виду? Вот я захожу в магазин, я помню, еще до отъезда, и старая женщина, я знаю, из моего района, она учительница, и она берет только бутылку молока и батон. И я подхожу к ней и хочу ей купить конфет, ей неудобно, все, но я нахожу повод какой-то, чтобы это сделать. Я не могу увидеть бедного человека. В этом смысле я, наверное, советская. А какие еще вы бачите у людях проявы червоного советского человека? Вот что для вас червоный человек? Кто он? Что его вызначает? Это настолько развито в нашем обществе, что это анатомизировать очень сложно. Но это то, что вот отличает нас от других людей. Я часто от людей, которые давно здесь живут, слышу, когда они говорят, что я вот русского или белоруса, но вообще советского человека, слышу, вот он идет по улице в Чикаго или где, и я вижу, что это советский человек, как он смотрит, как он... Это какая-то неуверенность в себе, это какая-то непринадлежность в себе, это готовность подчиниться. Это, ну, в общем, какая-то форма рабства, наверное, я не знаю. Этого у нас, мы даже не знаем, как этого много у нас. Даже то, как мы подчинились той власти, которая у нас сейчас, вот в стране, это говорит о том, что мы советские. Если бы мы были не советские, то мы бы не подчинились этой власти. У нас бы была другая власть, может быть, даже ценой крови. Вы зараз сказали про рабство, и я узгадала коментар под нашей гутаркой, где глядач выказывал думку, что вот Лукашенко сыти, а переломанные хребты, которые приводят до вот этого рабского становища и рабского мысления, у белорусов застанутся. Что вы думаете про это? Я думаю, что это будет большая травма для нации. С одной стороны, то, что было в 2020 году, спасает наше достоинство. Мы, конечно, другие уже после этого. Но то, что произошло потом, в течение нескольких лет, вот это унижение нации, я бы даже сказала, историческое унижение нации, это останется большой травмой надолго. Так само, мне кажется, что вельми многим будет важно почуть ваше ставление до прихода Трампа, вовле ваши эмоции, когда вы доведались про то, что у Америки перемог Трамп на этих выборах. Потому что ну, многие восприняли это как поразу демократы и, соответственно, чекают самого горшего развития подеи и сценара в том лику для Украины. Я тоже так думаю. Я очень боялась этой победы. Но, во-первых, чтобы победила женщина, черная женщина, эта Америка должна была сделать очень большой рывок вперед. И сегодня, в общем-то, она не смогла это сделать. И я бы даже сказала, мы можем назвать много стран, где побеждают правые, что демократия отступает. Да, она даже, можно сказать, отступила, но не... как бы сказать, это не поражение, это просто отступление. Такое бывает в общественном развитии, когда, особенно когда такая огромная империя развалилась в центре Европы. И это, конечно, долгий процесс.
Но я думаю, он долгий, в то же время недолгий, поскольку уже приходят другие технологии, вырастают все-таки молодые люди, которые очень зависят от этих новых технологий, гораздо больше, чем их родители и среднее поколение. И я думаю, что нет другого варианта движения человеческого, как демократия. Это будет то, что называется эффект травы. Просто не может человек так быстро стать свободным. Не может. У нас не было, особенно в Беларуси. Но как мы могли стать свободным? У нас не было этого опыта. Вот у Прибалтов он был, а у нас не было. И мы должны его еще накопить, нажить. Только плохо, что нация разделилась, и очень много людей, которые очень важны для нации, мы оказались за границей. Это большая тоже трагедия для нации. Да, я думаю, что для того, чтобы помочь нации, нам надо вернуться домой. Но как вернуться домой? Вернуться на Окрестина? То есть очень много вопросов. Зараз так само украинцы чекают, что Трамп будет змушать Украину до миру с Россией. Але ведаете, про что я думаю? А ці магчыма ўвогуле мир с Россией? Як вы думаете? Ну, как временное состояние, да? Только как временное состояние. Те 20% территорий, которые сейчас оказались у русских, я не думаю, что люди там будут согласны с этой новой властью. И я представляю, что там новая власть будет творить. И я не думаю, что другая часть Украины с этим согласится. Это будет отложенный конфликт, мне так кажется. Это вот мы же нельзя сказать, что мы потерпели поразу, да? Что поражение. Нет, это не поражение. Нельзя назвать поражением то состояние, когда силы были очень неравны. Огромная Россия, собственно, это Россия решила все вопросы. Самим бы Лукашенко, я думаю, народ бы нашел, как справиться. А вот с огромной Россией, так что это нельзя называть поражением. Это просто временное отступление. Но время они не остановят. Время работает на нас. На наших детей, там, на наше новое поколение, которое придут. Еще у ТикТоку вельми шмат украинцев отгукнулося на эпизод, який вы в интервью згадываете, про то, як сустрели у цягніку расейца, який сказал, что ненавидит хохлов, але не змог патлумачыць природу гэтага пачуцця проч своей ненависти. И многие украинцы написали, что а не ці не ідэалізуем мы беларусаў, таму што некія беларусы ваююць на баку Расіі, і што для многіх з іх Беларусь такая ж суагрэсарка ў вайне, як Расія. І я сама была здзіўленая, што так шмат украінцаў прыйшлі і напісалі, што для нас сёння, пасля амаль 3 гадоў вайны, беларусы равно расейцы ў гэтай вайне. Мне самой было, канешне, гэта балюча чытаць. І я хацела ў вас спытаць, а ці не ідэалізуем мы з вамі беларусаў? Да, хороший, прямой вопрос. Но вот я отвечу, еще будет 1000 воздухов. Да, на этот вопрос. Мы, как я бы не сказал, что именно белорусы, мы вообще идеализируем человека. Да? А вот недавно я позвонила домой туда своим знакомым в Минск. Я говорю, ну как там? А они мне сказали, как будто вас и не было. Вот вас 500 тысяч уехало, а все прежнее. Рестораны полны, на танцах полно людей, свадьбы. Как будто вас и не было. Это было неприятное чувство. Вот полностью отвечающий на вас вопрос. А может, мы какие-то преждевременные, может, мы действительно не нужны своему народу. Может, народ другому к состоянию. Но тоже я время вспоминаю 20-й год, когда какая-то там, помню, маленькая станция, там живет 5 или 10 домов, и я не знаю, человек 20 вышло на демонстрацию, да?
Не знаю, как они там сейчас прошли эти тюремные испытания все. Но многие люди, конечно, перешли на сторону силы, на сторону Лукашенко. Это не потому, что они верят, а потому что человек хочет жить, и все, и другого варианта нету. И в нашей борьбе нужны какие-то новые идеи, которые бы наших людей убедили, что в такой стране, как наша сейчас, нельзя жить. Или в такой, как Россия сейчас, нельзя жить. Это не страна будущего, не страна для детей. Но вот такое промежуточное время мы в него попали, когда пока мы бессилие. Я, до речі, не ведаю, чи ви вже поспіли щось прочитати з тих відгуків рефлексій, які я вам досилала. Може бути, у вас у самої було жадання щось сказати тим людям, які і погляділи наше інтерв'ю, які написали відгуки на його. Тому що резонанс вельми широкий, але я допускаю, що у вас у самої може бути жадання нешто донести до усіх цих людей. Я не так много прочла. Я единственное, что меня покоробило в этих вопросах, комментариях, я допускаю, что все можно от незнания, от разных причин. Меня покоробила агрессивность. Вот я думаю, почему? Что мы выросли в культуре насилия, и вот эта культура тоже большое препятствие в нашем развитии. Вот мы, те, кто уехал, и те, кто остался в Беларуси, ведь тоже очень много агрессивных споров. Почему агрессивно? Почему нет желания понять друг друга? И вот это меня очень как-то по-человечески задело, и я подумала, что это тупик, что ненависть – это тупик. Ненависть ни к чему не приведет. Только задержит нас во времени еще больше. Что, мы же белорусы. Хоть там обижаются, что мы великая нация. Нас немного все-таки. Давайте любить друг друга. Вот же я видела в жизни, как. Если американец встречает американца, это как братья встречаются. Хотя это совершенно чужие люди. А если белорус слышит такую, догадывается, что это не совсем русская речь, что это белорусская, то он старается, что тот его не узнал, как-то проскользнуть мимо друг друга. Почему? Почему мы не вместе? Почему мы не любим друг друга? Я хочу сказать, что те, что остались, очень тяжело. Но не думайте, что тем, что кто здесь, очень легко. Мы, кстати, недавно об этом говорили с Ольгой Горбуновой, которую, наверное, все знают, в Белоруссии. И тоже сожалели о том, что как-то мало любви в нашей жизни. И я хотела еще добавить, что вот всем людям, которые поддерживали меня, которые были против меня, я хочу сказать, что я их всех люблю, что если бы я не любила людей, то я бы не написала своих книг. Дякую вам, великий, дякую. Спасибо. Сябры, дякую, што даглядзелі наш выпуск да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дякую, што вы з намі.